23 января стало настоящим праздником для любителей зимних видов спорта. В районе деревни Генина прошли соревнования по лыжным гонкам, которые были организованы спортивным сектором профсоюзного комитета Смоленской АЭС. Две группы женских, две мужских. До 45, после 45. У мужчин то же самое. Старт раздельный. Через 30 секунд. Дистанция 5 километров женщины, полный круг, и 2 круга мужчины. Мероприятие стало уже вторым крупным лыжным забегом в этом году. Для спортсменов оно было особенно долгожданно, ведь из-за пандемии тренировочный процесс, да и в целом отдых на природе, был ограничен. А иногда в планы вмешивалась и погода. Прошлая зима не отличалась большим количеством снега. Так что нынешние соревнования для многих лыжников стали настоящим событием. В связи с отсутствием долгим снега, 2 года мы почти снега не видели, подобные мероприятия и подобное количество снега, конечно, радует. Радует то, что люди в условиях пандемии выходят на природу, двигаются, дышат, общаются. Большое всем спасибо участникам за то, что пришли к нам, пробежались, получили массу удовольствия, заряд сил, здоровья. Всего в гонках приняли участие более 50 человек. Победители заездов получили грамоты и памятные медали.